30 ноября по 2 декабря в Туве пройдет школа молодого ученого. Школа проводится для обучения молодых ученых, учителей, врачей и специалистов основам проектной и научно-исследовательской деятельности, усиления их вклада в социально-экономическое развитие республики и поиска эффективных путей интеграции республиканских органов управления с наукой, внедрения лучших научных идей в промышленное производство, сельское хозяйство, сферу культуры и общественных инициатив. Организаторами мероприятия выступает региональное отделение Российского союза молодых ученых в Туве и Министерство образования и науки республики. Отмечается, что такой формат мероприятия в виде цикла интенсивных обучающих занятий, тренингов и мастер-классов оказался востребованным. В первой школе приняло участие почти 60 молодых сотрудников. Половина из них поступила в аспирантуру, 3 человека защитились, 4 подготовили диссертации и защитятся в ближайшее время. Есть выигравшие грант председателя правительства Тувы.